गुरवे गौरचंद्राय राधिकायष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। पंचाकृभ्य कृपा सिंधु भैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश जगन्त राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिकी। वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हर्ष हरे कृष्णा हरि बोल जय श्री गुरुदेव की जय। यस्टरडे यू हर्ड ये श्रीमन महाप्रभु सेंटो नित्यानंद एंड हरिदास ठाकुर एंड टेल एंड गो टू डोर एंड बेगिंग। Вчера мы слышали о том, как Шриман Махапрабху послал Нитянанда Прабху, Шрила Харидас Тхакур, ходить по домам, просить милостыню. That inside a small mic, you can bring it together. So, they are telling, he sent to Mahaprabhu Nityananda Prabhu. He begging bhiksha, door to door. Yeah? Yesterday, you are not here. Yesterday you heard why he sent Mahaprabhu Nityananda Prabhu. Then Prabhupada he told behind there are four reasons why he sent to Nityananda Prabhu Mahaprabhu. They are telling four reasons. То есть Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, в своих комментариях описал, что там есть четыре причины, почему он именно их выбрал. Yeah. Can you speak one reason? Так, кого, на кого первого показывают там? Кто первую причину скажет? Это кого попросили-то? Атул Кришна Махараджа. Хари Кришна, Хари Бол, Хари Бол, Хари Кришна. Хари Кришна. Первая причина – распространить учение. Первая причина распространить Гуру Вани. Вторая почему выбрали именно Нитянанду Прабху и Шрилу Харидаса? Просить милостыню здесь по домам ходить. Потому что они оба создатели, один является проявлением Махавишну, а другой является проявлением Брахмы.
И они создатели этой вселенной. They are both creators, he said. Therefore, yeah. They were sent. Вторая причина это то, что они гуру. The second, they are guru. Третья причина то, что гуру должны поддерживать своих учеников и наставлять их. The third, the guru has to maintain his disciples. The fourth, I don't remember. Ah, you can tell. Nice. Sit down. Okay, Pasi. Yeah. Tell nicely, they are listening. Хорошо, надо рассказать. Шримад Махапрабху отправил Нитьянанда Прабху и Харидас Такура по нескольким причинам вчера Махарадж объяснила. Первая причина это то, что Нитьянанда Прабху, он был из возвышенной семьи браманов. Это самая высшая каста, которая может быть. Если бы Шриман Махапрабху отправил только Нитьянанду Прабху, остальные бы думали, о, это учение только для браманов, а остальные мы не можем следовать этому учению. Поэтому Шриман Махапрабху, он отправил Нитьянанда Прабху из семьи браманов, из самой высшей кастовой системе, и из семьи мусульман. В Индии считается рождение в семье мусульман нечистым, очень низким рождением. И поэтому Шриман Махапрабху, он хотел показать этим, что как все касты, что это учение вне каста, и что могут практиковать Гауравани, послание Чайтаньи Махапрабху, все, вне зависимости от происхождения. Это первая причина. Вторая причина – то, что из Баладева Прабху, из Нитьянанда Прабху исходят все духовные планеты, все духовные миры и все материальные миры. Из пор Господа Махавишну исходят все вселенные. То есть он творец этой вселенной. А мы знаем, что Харидас Такур, он – это Брахма, который попросил благословение быть преданным и оставить вот это положение Брахмы, и он творец нашей вселенной, и поэтому они оба творца, так как мы в ответе за тех, кого мы приручили или создали, и они должны теперь и поддерживать нас, учить. Поэтому Махапрабху показал их на их примере, что они должны не только творить, но и поддерживать нас. Это вторая причина. Они очень богатые. Нитьянанда Прабху, Баладев Прабху, он, так как он творец всех вселенных, он является, у него бессмертные богатства, и Господь Брахма также очень богат, и поэтому Господь Шичананда Нагаурахари, он хотел показать то, что его учение, оно бесценно. Как Нагари Диди, она вчера привела очень хороший пример, то, что миллионеру не подашь 5 рублей или 10 рублей. Миллионеру нужно, ну даже не миллионеру, а состоятельному человеку ты не подашь 5 рублей, и он удовлетворится этим. Состоятельному человеку нужно давать согласно его положению, то есть они просят согласно своему положению. То есть Шичинандана Гаурахари, он хотел еще показать этим, насколько возвышено его учение. Нет, вы правы? Четвертая причина. Это была четвертая. Это четвертая. Все? Все? Просто что у Багуру. Нитьянанда Прабху – это олицетворение всей Гуру Варги, Гуру Парампары, а Харидас Такур – он Намачарья, он повторял три лака в день, и он Ачарья для нас, он пример для всего, для всей Вселенной, для всех живых существ, он пример предания святому имени, и поэтому оба Гуру. И поэтому? Почему их послали? Оба гуру и... Они просят то, что повторять святые имена. Окей. Хорошо. Потому что указания гуру нужно выполнять. Если их послали как гуру, а гуру слушается. Нет,
Okay, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hari Hari. Okay. Hari Bol. Hari Bol. Hari Krishna. Hari Krishna. Okay. Can speak something? Can speak something? What you want? No problem. It's too much. You want to speak? Yes, if you want. Okay. Bolo. You want to speak? He want to speak something. Качество ученика, качество гуру. Надо слушать врача. Сказать качество ученика и качество гуру. К сожалению, мало что знаю. Единственное, что я могу вспомнить, это стих «Тасмат гурун прапати даджи гьяк сушье утамам шабде паричинишни там бхаманью кашамашью». Стих говорит о том, что поскольку в этом мире не найти ни счастья, ни покоя, каждый разумный человек должен найти прибежище лотосных стоп истинного гуру. И этот гуру должен обладать тремя основными качествами. Упоминается, что этих качеств более 64, но три из них являются основными, причем два внутренних, два внешних и одно внутреннее. Первое внешнее – это гуру должен обладать абсолютным знанием вед, должен знать все шастры. Он должен обладать таким знанием, которое может развеять любые сомнения ученика и ответить. Он может ответить и развеять сомнения любые сомнения ученика, в общем, да, в принципе, это понятно. Вторая внешняя причина является тем, что он должен быть отречен от жизни полностью, у него не должны быть никаких мирских привязанностей. И третье внутреннее – это он должен иметь связь с Господом, он должен быть самоосознанной личностью и должен иметь непосредственные контакты, общение с Верховной Личностью Бога. Для того, чтобы принять прибежище у такого гуру, садок,
ученик, он должен обладать какими-то качествами. И в шастрах сказано, что он должен целый год проверять такого гуру, принося пранамы, приняв в сердце его как своего гуру, он должен проверять как себя, свои качества ученика, так и проверять, насколько соответствует гуру, уровню садгуру. Только после этого он должен принять прибежище. Но в Кали-югу, к сожалению, таких учеников, которые обладают качествами ученика в полной мере, очень мало. И поэтому в основном стоит надеяться только на Пасита Павана, на то, что он спаситель падших. Но все равно какие-то качества должны быть у ученика. Основное качество – это слушание. Он должен быть хорошим слушателем. Он должен быть подобен попугайчику, который выбирает на дереве манго, самое лучшее манго. Тут черта нету, главное. Om Agyana Timirandasya Agyana Anjana Shilakaya Chakshura Meritam Yana Tasmai Shri Gurudeva Namaha Namaha Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Vishiman Bhaktivedanta Narayana Iti Namamine Bhaktyavihina Vaita Lakshakshitashcha Kamadita Rinkamade Kripala Idvamshanam Namaste Charanaravindam Ancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyo Cha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Maharaj попросил меня тоже сказать несколько слов. Сегодня, сейчас уже говорили о качестве гуру, качестве ученика. Loudly. The mic doesn't work properly, Maharaj. No, keep mic. Я хочу рассказать о том, что мне кажется актуальным. Харе Кришна. Как будто не работает. А почему ты меня громче не становится? Сейчас, да? Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна. This is box, you know? Keep some. Yes. Я хочу немножко рассказать о том, что мне кажется актуальным, о том, что я вижу, и о том, что я слышу от вайшнава, о том, что мне кажется, это будет полезным очень для всех. Мы получили посвящение, и мы начинаем взращивать семечко, как Махарадж недавно рассказывал, из Рупа Шикши. И Махарадж уже в своих наставлениях, в своих харикатхе,
он прямо и косвенно учит нас о том, как и какой водой поливать это семечко. И нам говорят всегда о том, что на плодородной семье вырастет семечко, и о том, что семечке нужна, этому семени бхакти, которую мы получили, нужна очень хорошая вода. Если это будет вода полная нитратов, соленая вода, то семечко оно не обязательно даст рост и не обязательно даст плоды. Поэтому как очень опытные садовники, а вайшнавы все являются очень опытными садовниками. Все Шрила Гурудев, все старшие вайшнавы, они являются очень опытными садовниками. И вот насколько я слушала харикатху от садовников в Мадхе, они говорят, что это процесс внутренний, но и внешний процесс тоже важен. И когда они рассказывают дальше, они рассказывают о том, что если мы не понимаем сущность процесса, если мы не понимаем цель процесса, у нас будут бесполезные действия, бесполезные усилия и разочарование потом. Просто на факте сейчас что можно видеть? Очень сложно, кто приезжает, например, на Картику, как я вижу во Вриндаван. Если люди приезжают во Вриндаван на Картику, всегда получается, что на 90% это новые лица. Почему так происходит? Почему так происходит, когда мы начинаем совершать бхакти? Сначала мы очень сильно привлекаемся идеалами, о которых говорит нам наша Гуру Варга. Они самые возвышенные, действительно самые привлекательные. Все это естественно привлекает любого разумного человека. Почему же так получается, что потом в Санге можно видеть только молодых, те, которые только-только начали заниматься? Почему через 3-4 5 лет все просто отходят от этого. Почему мы и слышим от Гурудева о том, что можно возвышенного уровня бхавы достичь за одну ночь при желании? Почему у нас этого не получается? Почему говорят, что на практике для этого нужна не одна жизнь, а много и много и много и много-много жизней? Шрила Гурудев говорит, если мы не будем изучать нашу философию, а именно сущность вед, вывод вед, заключение вед, о том, что является целью, что является процессом и что для нас, то если мы не в этой жизни, то мы будем это изучать через миллионы и миллионы других жизней. То есть в итоге мы просто приходим сюда, получаем посвящение, что-то немножко делаем, делаем гораздо больше ошибок. То есть вначале у нас, я просто раньше аналогию такую говорила, сначала у нас такие розовые очки, в которые нам все кажется в розовом свете. А потом, когда мы наломаем очень много ошибок, наломаем очень много дров, то у нас появляются черные очки, в которых мы ничего не видим, они просто черные. Можно внешне совершать очень много бхакти. От того, что мы, например, учим качество преданного, можно легко изобразить для других о том, что я преданный, или о том, что я замечательный ученик. Но потом мы все равно совершаем ошибки во взаимоотношениях. Мы ставим себя выше или ставим своего гуру выше над другими. Мы так или иначе делаем ошибки. И эти ошибки, они причиняют боль нашей сенсе, они губят наши бхакти, они притупляют, они останавливают рост этого семечки. А ведь Чайтанья Махапрабху хочет, чтобы это движение прошло по всей планете, о том, чтобы мы, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада говорил о том, что он хочет, чтобы последнее его наставление было в том, чтобы мы все сплоченно проповедовали. Почему же на Картике так мало людей? Почему же, когда приезжают люди, они редко, как потом, когда приезжают снова? Почему все время новые лица? Вайшнавы объясняют, потому что
потому что люди ленятся изучать нашу сиддханту. То есть вначале у некоторых создается впечатление о том, что достаточно просто настроение. А без этого и потом времени мало. Но на самом деле все зависит от желания. Насколько, если я понимаю, насколько это для меня важно, и как это меня может спасти, тогда я найду на это время. А поскольку я считаю, что ну, это просто для того, чтобы занять свое время и получить определенную информацию, которая не имеет практического значения, то, понятное дело, у меня для этого времени не будет. Так вот, вайшнавы говорят, почему все время новые лица на картике? Потому что человек не понимает слава Дхамму, он не понимает Дхамма-татву. Он не понимает, что такое Дхамма, и поэтому совершает оскорбление. Он не понимает, что такое татва, вайшнава-татва, и поэтому он совершает оскорбление. Он не понимает, что такое гуру-татва, и поэтому совершает оскорбление. Он, человек, совершает оскорбление только из своего невежества. Только потому, что мы этого не знаем, поэтому мы себе это позволяем. Например, слышала такую историю, когда, например, если едешь, допустим, едем мы в поезде, и мой сосед, который сидит со мной рядышком, он, ну, либо чай на меня пролил, либо еще что-нибудь, и тогда мы можем себе позволить поругаться с ним, да. Мальчики, они могут побить друг друга при этом, там разные бывают ситуации. А потом вдруг на следующей остановке заходят высокие люди из правительства и принимают этого человека, он оказался там министром. Допустим, так получилось, что он ехал в поезде. Что ты при этом будешь чувствовать? Ты уже с ним подрался. Ты с ним подрался по какой причине? Потому что ты не знал, что он такое высокое лицо в правительстве. Если бы ты до этого это знал бы, ты бы, ну, подумай, что пролил немножко. Ну хорошо, пусть наши взаимоотношения с правительством не важно. То есть, ладно. Пусть бы это оказался родственник, которого ты долго ищешь, ты просто не знал. Тогда бы не подрался, да. Но мы это делаем, пока мы это не знаем. Поэтому, Сайрашику, пока мы не знаем о том, что, например, просто обычный практичный пример. Пока мы не знаем о том, что следование картики в картике приносит бхакти, а следование картики вне дхаммы приносит лишь мукти. Вот это написано в Писании. Пока мы этого не знаем, мы еще будем долго думать, ехать ли нам на картику. Очень важно знать правду. И тогда вдруг у нас появится всем для этого желание. Потом, когда мы приезжаем на Дхамму, если человек не знает ценности этой Дхамме, если не знает славу этой Дхамме, если он не знает о том, что даршан Дхамму можно получить только в Харикатхе, что он будет делать? Он будет смотреть на грязь, на свиней, разочаруется о своих потраченных деньгах, или о том, что мне мало внимания уделяют, или о том, что у меня тут не кровать, а приходится на спальнике спать. Все исходит только из нашего невежества. И можно... Наша бхакти, как вайшнавы говорят, это внешне кажется целая большая гора хлопка. Дунул немножко. Ты его годами, этот хлопок, собирал из настроения. Потом его легкая искра или легкое дуновение, и от всего твоего бхакти ничего не осталось. Вот это происходит с человеком, когда он серьезно не подходит к изучению философии. Когда он по тем или иным причинам будет думать, я и так уже все понимаю. Я про Раду и Кришну слышал. Я уже про Самбанду и про Йоджину знаю. Все важные шлоки я знаю. Ну, как бы... А вайшнавы, они, в принципе, говорят одно и то же. Постоянно. Каждый приезжает и говорит одно и то же. Поэтому, если они говорят одно и то же, ну, нужно прийти киртаны попеть, поесть и поспать на во время харикатхи.
есть некоторые, насколько я сейчас вижу, например, у преданных, я просто расскажу то, что мне кажется. Например, некоторые считают, вот я уже сказала, некоторые считают, что достаточно настроения, достаточно бхавы, достаточно любви к Кришне, изучать не нужно, анализировать не нужно. И вообще, зачем анализировать? Ну, анализировать — это гьяни. Мы бхакты, мы не гьяни. Зачем нам это все анализировать, углубляться в этом далеко? Ну зачем? Пусть гьяни этим занимаются. В Бхаджанарахасе говорится о том, что бхаджана совершается на двух уровнях. Это джата и аджата садаки. Есть большая разница между преданными. Есть преданные, которые еще не дошли до трансцендентной бхавы. Есть те преданные, которые уже находятся на том уровне бхавы. Но для них будут совершенно разные наставления. Вот, например, корове, когда корова рожает теленка, ей ведь никто не объясняет о том, что нужно любить этого теленка. Не нужно корове при этом читать лекции о том, как любить теленка, детально объясняя через те или иные аспекты. Корова, она родила этого ребенка, она будет любить это. Это любовь спонтанная. Когда уже любовь есть, ее не нужно объяснять. Любовь между мальчиком и девочкой объяснять не нужно. Она идет спонтанно. Этому учить не нужно. Но когда любви такой нет, для этого нужно что-то делать, для этого нужно прилагать усилия, и нужно для этого прилагать правильные усилия, для того, чтобы действительно это появилось на самом деле, не на словах, а на самом деле появилась эта любовь. То, что Рупа Госвами, например, нам дал, оно помогает взращивать нашу любовь. И если мы это делаем неправильно, то мы, конечно, совершаем ошибки и оскорбления. Например, Гаура Кишора Дас Бабаджи Махараджу не нужно сидеть и изучать эти книги. Он родился, он был неграмотным человеком, он даже свою подпись не мог делать. Следует ли из того о том, что ну и нам тоже ничего не нужно учить? Ну, в принципе, бак тоже. Шрила Гуру Кишора Дас Бабаджи Махарадж, несмотря на то, что не мог ставить свою надпись и читать книги, он там, где шел Бхагаватам, он мог поправлять легко их санскрит. Он объяснял значение этих стихов, потому что у него это уже есть, он это знает. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада говорит, не зная сиддханты, то есть в сиддханту входит понимание цели и процесса, практично к своей жизни. Невозможно избавиться от своих анарт. Без сиддханты, без изучения невозможно избавиться от своих... Это слова Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады. Шрила Гурудев говорит, если не в этой жизни придется приложить эти усилия, придется делать усилия через миллионы жизней, потом, когда-нибудь потом дадут эту возможность родиться человеком, получить посвящение гуру, то есть прийти к гуру, и чтобы гуру это научил. Ученик, прежде всего, ученик обозначает, получает знания. Гуру — это прежде всего тот, который дает знания, божественное знание, а ученик его получает. Да, оно делается с настроением, но это прежде всего говорится о божественном знании. Учить все равно надо. В Чайтанья Чаритамрите написано, никогда, Махапрабху говорит, никогда не ленись изучать сиддханту. Например, Рукмини, как для того, чтобы полюбить Кришну, он для этого слушала от Нарады о том, какой Кришна. Из-за этого родилась любовь. Рупа Госвами писал нам эти процессы. Далее я хотела момент один сказать. О, вот, например, правильное понимание философии тоже.
Разница в том, когда мы просто поверхностно понимаем и когда понимаем глубоко. Например, помните историю? Пришел Нарада Муни к Вьясадеве, когда тот был разочарованный. И увидел, что, несмотря на то, что Вьясадев дал все знание этому миру, тот разочарованный, и Нарада Муни дает ему наставление: ты должен написать Кришну. Ты должен написать Вриндаван. Ты должен написать о том, как гопи любят Кришну, как мама Ишода любит Кришну. И если Вьясадев написал Шримад Бхагаватам. Игры Кришны идут в 10-й песне Бхагаватам, а не в 1-й песне Бхагаватам. До того, чтобы исполнить свое указание учителя, Вьясадев пишет 9 песен Бхагаватам, до того, как он приступает к тому, чтобы открыть нам Вриндаван. Зачем он пишет эти 9 песен? Что находится в этих 9 песнях? Зачем он это делает? Для того, чтобы... Вначале он описывает строение материального мира, описывает все его инкарнации, описывает полубогов, показывает о том, что разницу между Кришной и Шивой, описывает, он дает настроение слуги. Вот говорится, что Бхагавад — это то писание, в котором описывается история Вритасуры Махараджа, о том, как он мечтает стать слугой, слуги, слуги, слуги. Шрила Вьясадев дает 9 первых песен Бхагаватам для того, чтобы потом, когда мы стали читать о Кришне и думать о Кришне, мы не стали его ставить на свой уровень, не стали имитировать. Мы и вайшнавов-то имитируем, что тоже неправильно. Нужно прекрасно понимать свой уровень. А если бы он дал бы с самого начала, стал описывать Кришну, мы сейчас, нам сейчас слушать философию как бы скучновато. То есть зеваем, спать охота. А вот когда говорят интересная история Кришны, они очень близки, сладостны, все любят расу, 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 пить эту расу, расу, расу. Ну, слава Богу, когда мы слушаем от вайшнав, они все-таки нам дают между этим философию, они объясняют нам значение той или иной лилы. Иначе просто, если просто пить эту расу, можно... Несварение. Несварение будет капитальное. Почему, например, у Шрилы Гурудева было очень-очень много... За что ругают русские больше всего? За что ругали Шрилу Гурудева? Очень сентиментальные мы. Настроение, бхавы, раса. Раса — Россия, значит. Россия обозначает Радакунда. Пришел Гурудеву, получил эту Рададасию. Я уже Рададася, плачешь, у меня уже истинная гуру ништа. Я уже настоящий чистый вайшнав. Я уже хочу медитировать, я уже хочу погружаться глубже, глубже и глубже. Куда это все ведет? И где потом все эти преданные? Их ведь были тысячи. Махарадж говорит, я, говорит, свидетель о том, действительно тысячи, из одной только России были тысячи и тысячи людей. Я даже тех лиц не знаю, каких он там видел. Как бы на моем опыте хватает видеть о том, что постоянно новые лица. Как бы Махарадж это знает гораздо лучше. Если мы не понимаем о том, кто такой Кришна, если мы не понимаем о том, что он на самом деле Господь, если мы не понимаем о том, что вайшнав, кто такой вайшнав, кто такой настоящий вайшнав, если мы не понимаем о том, что настоящий вайшнав, он равен Господу, мы, безусловно, будем совершать ошибки по отношению к этому вайшнаву. Просто из-за своего невежества, не потому что ты такой злодей, а просто из-за своего невежества. Ты не знаешь, кто из них вайшнав. Вайшнава определить не так легко, несмотря на то, что все эти качества описаны в Бхагаватам. Спроси сейчас кого-нибудь, какие качества саду. Какие качества есть у саду, описанные в Бхагаватам? Кто-нибудь может, кто-нибудь это знает, руку может поднять? Хотя бы одну из них. Там он умиротворен. Это вот Махарадж в Петербурге объяснял. То есть у него цель направлена, то есть одна цель. Вот мы это услышали, нужно еще это понять. А мы уже после всего этого начинаем судить вайшнав. Мы даже качество вайшнава не знаем, что такое качество вайшнава. Это все равно, что заниматься математикой
и не знать, что такое А, Б, В, Г, Д. То есть для этого хотя бы нужно знать теоретическое знание. Без теоретического знания не придет понимание. Этого нужно знать хотя бы в теории. Без сомнения, это нужно знать от вайшнава, который уже сам это понял, сам это осознал, и который может на пальцах это объяснить, без литья воды, что ли. Мы, например, не знаем... Мама, Махарадж, how many minutes I have? Our class is going to have half the time. До какого? До 12 у нас, да? When we finish? When we finish our class? До 12. Можно говорить, если нужно. Может, 2 часа закончить. Till 1 o'clock, and then... But to 12, 1 o'clock, I'm already maybe 12 o'clock. Махарадж прекрасно понимает, вот смотрите, когда он знает о том, что много информации невозможно переварить. Когда, например, он говорит, что вот нет необходимости делать это слишком большое, мы думаем, чем больше я прослушаю, например, до часу, тем больше я смогу уместить. На самом деле у нас очень ограниченные возможности. Махарадж это прекрасно знает. Он знает, что если он будет говорить больше часа, полтора, даже если он будет что-то до нас нести, это будет как об стенку горох. Просто уже 12, можно еще все-таки. Уже 12? Нет. Я главное хочу сказать о том, что если мы ученики, то нам нужно выучить, по крайней мере, начать с того, чтобы узнать, что говорит Бхагаватам по поводу качества ученика, хотя бы теоретически. Слава Богу, шлоку тасмат гуру прападете уже более-менее кто знает. 3 качества гуру мы уже знаем. Нужно знать не только, потому что это практично. Понятное дело, в Раджеша Танаята Дхама, Вриндавана мы знаем о цели. Гурудев нам описывает идеал, он нам описывает цель. Гурудев, он прайоджина ачарья. Наш Гурудев прайоджина ачарья, он это дает. Но мы должны начинать со своего уровня. Я сейчас ученик, я должен знать, какая у меня обязанность. Я должен знать, что такое вайшнав, хотя бы теоретически вначале. Я должен знать, что такое виды бхакти, теоретически вначале. Я должен знать, какие качества у саду, какие качества у гуру, чтобы не делать ошибки в своей практике. Я должен знать славу бхакти, славу картики, славу дхамы. Это нужно знать. И для этого я... Зачем это все говорю? Просто на наших программах, которые проходят на Махате еженедельные, там должно вестись такое обучение, в котором каждому должна предоставляться возможность это говорить. А когда ты говоришь, ты, естественно, будешь к этому подготавливаться. Образования нам очень не хватает. Мы должны сами о себе позаботиться. Если мы не знаем, что является правдой, мы всегда будем делать ошибки, нас всегда будут обманывать. Так или иначе мы склонны к обману, и так или иначе это природа обусловленной души. Находиться в самообмане, обманывать других. Нужно обезопасить себя, нужно больше, нужно прослушать, как Гурудев сказал, нужно, я вам это даю, и я вам даю книги. Мы прослушали Гурудева Мадхурья Кадамбини. После этого надо Мадхурья Кадамбини знать, если ты ученик. Если Гурудев объясняет Джайва Дарму, он дает ценность. После этого Джайва Дарма предполагается, что ученик должен учить, он должен разбираться, понимать. Если он не будет развиваться, понимать, у него и вопросов никогда не возникнет. Он и ответов никогда не получит. Поэтому Гурудев говорит, если не в этой жизни, то через миллионы жизней. Просто накапливаем сукрити. Конечно, Махарадж говорит, он много раз пытается объяснить о том, что то, что подарил нам Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, это настоящее, это трансцендентное. Мы еще пока совершенно даже не трансцендентные. Нас с этим познакомили, с трансцендентным. Нас всех, Мадху Махарадж говорит, мы все лежим в одной больнице у Гурудева. То есть вот лежим в одной больнице у Гуру Варги, каждый на своей койке. Нам дают назначение врача в Харикатхе, пожалуйста,
читайте книги, пожалуйста, вы будьте в саду Санги, пожалуйста, повторяйте святое имя. Вот, мы тут лечимся, но без наших индивидуальных усилий мы просто не спасем. Гурудев говорит, я вас поведу, а вы ножками должны идти сами. Сами, все равно придется это все равно самому проходить. Вначале у нас вся сейчас лекция проходит на основе того, чтобы привлечь людей, привлечь, вдохновить. Это как приезжает цирк, там вот надо людей развлечь, надо людям дать силу, чтобы хотя бы святое имя повторяли. Но нужно, все равно нужно знать о том, что мы ученики, а ученик, он должен разбираться в этом, он должен учиться и разбираться, слушать от вайшнавов, читать саму книги. Для нас Гурудев писал, вот Индумохан Прабху очень красиво объяснял в Санкт-Петербурге здесь о том, как Шрила Гурудев, он не только Шрила Гурудев, Шрупа Госвами, Махапрабху дал указание Рупе Госвами, иди и дай бхакти шастры. Они сами для себя это все писали. Гуру Варга столько своих сил отдала на эти бхакти шастры. Ну, как бы, наверное, заняться просто нечем было. Достаточно просто бхавы, в принципе. Шрила Гурудев, он когда писал книги, у него были вот такие деревянные подпорки под каждую локоть, вот так. И вот тут вот такая доска, на которой он писал. При этом, Махараджа сказал, у него болел позвоночник, он больно было держать голову. И он в таком состоянии он писал эти книги. Как вот Индумохан Прабху говорит, для кого он писал? Прабху очень красиво говорит, я буду последний негодяй, если я не получу это от своего Гурудева. По-моему, так это примерно было. Еще красивее сказать. Ванчика патарупяща крипа синдубейвача патитанам паваны пью вайшнавы пью намо намаха. Тай гаур бриманан. Хари Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Blessing Sachinandan Gaur, Hare. Mridam play. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gauravata Vrinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna I'm
Самое важное, что считают вайшнавы, они всегда говорят, что нужно начинать изучение о том, кто такой вайшнав и что такое вайшнавский этикет. Потому что Шрила Гурудев говорит, что начинающий преданный, он не может общаться
с вайшнавами мешает этому именно невежество. Вот когда мы все говорим о том, что у меня нет садусанги, у меня нет садусанги, у меня нет садусанги, я погибаю в этом мире, у меня нет садусанги. Кришна, Он дает садусангу в том случае, когда у человека есть качество для садусанги. Если у, человека, если у меня нет качества для садусанги, Кришна никогда не даст эту садусанги. Он пошлет просто кого угодно. Под тем или иным, он может послать обманщика, он может прислать питомника. Нужно узнать, что такое садусанга, что такое вайшнавский этикет. Как, каково общение с вайшнавом. Каково общение с преданными. Хотя бы вначале теоретически. Как вайшнавы встречаются. Как нужно обращаться друг к другу, как нужно поправлять друг друга. Ну, безусловно, обо всем этом нужно спрашивать и учиться у старших вайшнавов. Только когда у нас будут качества для садусанги, Кришна моментально нам даст садусанги. Это Кришна всем управляет. И по маленькому ребенку не дают ножик. Почему? Потому что он этим ножиком может раниться. Дают ножик тому, кто знает, как им обращаться. Поэтому Кришна, Он хочет нам это дать, но Он не хочет нам навредить. Поэтому, когда у человека нет садусанги, когда он еще только писается и какается, как Гурудев говорил о преданном, говорит, ну, просто пока садусанга будет на расстоянии, Кришна моментально может изменить ситуацию. Главное узнать, что такое качество, как общаться с преданными и стараться правильно это делать. Вот в Исконе у них просто замечательный вайшнавский этикет. Вот они там это учат, они там этому следуют. Но садусанги нет, как и не было. Там есть одна... Гурушина Гурудев говорит, они набирают сукрити. И они там стабильно занимаются практикой. И кто в основном пришел, и кто остался у Гурудева, это в основном те, которые пришли из Искона, которые набрали вот это сукрити. А когда человек вначале приходит... И... Гурудев в том году была очень хорошая лекция о телевизии на Таруне. Шрила Гурудев сказал, что Радганат с вами чистый вайшнав. Там есть садусанга. Прежде всего, нам нужны качества, нам нужно это все изучать. И Искон — это превосходное место для получения сукрити. Они там теоретически все проходят. Нам нужно позавидовать тому образованию, которое находится там. Не знаю. В 2008 году Гурудев сказал, что нет там искренних... Чтобы понимать Гурудева... Там нету садусанги, они там давно уже разбежались. Чтобы понимать Гурудева, нужно спрашивать, если у нас есть вот такое сомнение, давайте спросим у Шрипад Бхактивиданты Шридхара Махараджа. Замечательный вопрос. Махараджа, we have one question. The question is, I said in ISKCON, for example, they have very nice education. Very nice. It is example for this. For us, it is example. But in other side, Srila Gurudev said, no, in ISKCON there is no sincere devotees. So, therefore, ISKCON like supposed to be not necessary. There is no sadhusanga. Why they are studying Siddhanta in ISKCON? Why they are studying Siddhanta? And why they don't have sadhusanga? Because if I said, when we have qualities for sadhusanga, then Krishna will give us sadhusanga. If we fall in Vaishnava etiquette, then Krishna will send for us Sadguru. So Krishna wants to give us Sadguru. But because if we make aparadhas, therefore Krishna keep us in distance. You know, I said we need to study what means sadhusanga, what means Vaishnava etiquette, and then Krishna will give us sadhusanga. In ISKCON they have education, but Gurudev said, no, ISKCON is just nothing. There is no sadhusanga, there are no sincere devotees. So why we need, if we really need this education like ISKCON or not? We need this education like in ISKCON or not, Maharaja? Heard that, Delhi. Madhavananda Prabhu said that Gurudev said that some devotees, they are really devotees in ISKCON. Indumohan Prabhu is thinking that Gurudev said that there is no devotees in ISKCON. So, you know,
without understanding all this, we will always do aparatthas. We will put ourselves higher and then all others lower. Like, can you explain properly, like, if ISKCON is, it is nice school, like, if it is a nice that is calling this, like, all these things in Vaishnava etiquette? Hare this Prabhu, can you? Which Prabhu? ISKCON. А вы выкрили, что спрашивает, говорили? Я просто вот Мохан Прабху сказал, что в Исконе как не было садусанги, так и нету. А я сказал, да, что если бы там не было садусанги, то как бы там уже бы и преданных не было никого. Uh-huh. Там как вас зовут? Алексей. Алексей said that if no devotees, if it will be no devotees in Iskon, then it will be no Iskon. Как бы мы же видим, что оно растет движение, как бы как там нет. That Iskon is developed means Krishna wants this, Krishna's desire. If Iskon developing, increasing, it means this, there is something in Iskon. Такие храмы большие. Гуру Вайшнава объясняют нам, что они очень милостливые. Они очень милостливые, гуру Вайшнавы. И они знают, что некуда больше им идти, вокруг майя. И даже если они совершают Вайшнава парадху. То есть вы считаете, ИСКОН нужен все-таки? Нужен это образование? Я имею в виду, почему. Я хочу ответить, почему они не. Как я думаю, как я слышал от Вайшнав. Почему они не разбегаются? Потому что. Нет, вопрос был не в том, что почему они не разбегаются. ИСКОН? ИСКОН? Мы говорим о том, что нужно нам образование. He said, my opinion that he is speaking that why ISKCON doesn't fail because of Vaishnava is very merciful. Therefore, still ISKCON exists. Это как мама, ребенок like писится mother. И какается yeah. ей на нее, но она его не выслеживает. На самом деле нет противоречий. Сейчас Шридар Махарадж сейчас нам объяснит. Итак, Гаур Премананде. Баласа Сачинандан Гаур Хари Ки. Итак, Гаур Премананде Хари Хари. Okay, Hare Krishna. Nitai Gaur Brahmananda. Микрофон работает. Oh, Hari Bol. You know, Krishna, how did the whole situation? Krishna, as like gave to everybody this situation. So slowly, slowly, everybody will advance. Махарадж говорит о том, что Кришна каждому из нас дает именно ту жизненную ситуацию, которая благоприятна для нашего развития, для нашего этапа развития. So one time you can do jump to anything. Невозможно запрыгнуть на верхушку дерева. Хорошо? Это понятно? Включено. А я не знаю, что думаю. Hare Krishna, before you had Mahaprabhu, he gave to order Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, he gave to three order. Bola Krishna, Bhaja Krishna, Kara Krishna Sikha. Now Prabhupada, one word he explained, why Mahaprabhu telling Bola Krishna. Итак, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада написал комментарий о том, что Махапрабху велел всем Баджа Кришна, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Kora Krishna Shiksha. Yeah. So first word is the Bolo Krishna. Вначале Bolo Krishna. So Prabhupada telling, you know, this is the sabda. You know, the sabda two kind of sabda. One is the sabda samanya and one is the sabda brahma. When this word in using everything sabda samanya, then you bounding this material world. But when this sabda used Krishna bhakti purpose, Krishna bhakti, Krishna seva, then the word he became free of this material world. Если мы используем свою речь в мирских целях, это послужит нашим рабством в этом материальном мире. Если нашу речь мы используем для служения Кришне, то тот же самый процесс приведет нас к нему. Yeah, and when you use what is the same, how are you, what you eat today, where are you today going, what cooking you today, what is this is the word, same word,
But this, when this Vahari using this material, you know, material talking, what happening? Then you forget Krishna, you know. This word completely forget us, Lord. But this same word, oh, Krishna, he doing very sweet pastime. Oh, this is the Ambarish Maharaj Charitra, this is the Bharat Maharaj Charitra, this is the Prahlad Maharaj Charitra, this is the Gopi's pastime. The word is the same, but very huge. Then one word take to you Valens planet, and one word take to Goloka Vrindavan. Когда мы иногда спрашиваем, как ты живешь, как у тебя дела, или это в миру мы используем свое слово, свою речь. И когда мы говорим Харикатху, рассказываем о Кришне, мы используем эту речь для служения Кришне. Одно и то же слово или речь, может послужить, что мы либо будем опускаться вниз, либо возвышаться. Like this, now you are sitting here. Now we are discussing this Krishna's pastime. And this is the same word. But when you are sitting here, you are not thinking of any city here. You are when telling Krishna's pastime, Vrindavana's pastime, then you're thinking completely, you observe this word, you know. So when Narada he asked to Lord, why are you residing? Then he telling, Na aham basami vaikunthe. Yoginam Hriday Nachamad Bhaktaha Yatra Gayanti Tatra Tishthami Narad. When the Krishna's pastime is going, Krishna is the Dayar. But the same, what is the same? But when somebody sitting somewhere, drinking, eating, tucking some mundane tucking, where they are staying, you know, where they stay, who kind of mood is there? So here telling Bola Krishna, when you telling Krishna, Bola telling, then you are staying the Krishna's, you know, planet you are staying. Махарадж нас поправляет таким образом, что говорит, когда мы... Мне фонит вот это раздражает. Когда мы говорим о Кришне... Пусть лучше потише будет, только не поняла. Когда мы говорим о Кришне, то тогда мы погружаемся в настроение Вриндавана. Наше сознание находится там. Как только мы начинаем говорить о мире вокруг, когда мы начинаем говорить о своих бытовых проблемах, о своих разногласиях, то тогда сразу другое настроение. Важно свое сознание погружать в игры о Кришне. Важно свое сознание погружать во Вриндаван. Yeah, so Narada asked to Narayan, why are you staying? You are telling this thing. You are not to remind here. So she telling, why are you staying? Then he telling, I am not staying in Vaikuntha, I am not staying in Yogi's Hriday heart. Where is my pastime is going, I am staying there. So Bola Krishna, meaning when you are telling Krishna's pastime, Krishna is there now. Where is the going his pastime? То есть, когда мы говорим Бола Кришна, Махапрабху дал указание, Бола Кришна, говорите о Кришне, то до этого Махарадж сказал о том, что когда спрашивали Нараяну, где ты находишься, то он говорит, я не на Вайкунхе, я не в сердцах йоги, я нахожусь в сердцах своих преданных. Yeah. So here is the telling, when you are telling the Krishna, you know, then Braj Gopi is telling that this material are so many kind of a charity, you know, so many kind of charity, some opening hospital, somebody opening, this is the, what, this is the school, college, but who is the biggest charity? Well, he is the goal of Krishna. Who is telling this Krishna's pastime? Braj Gopi telling that Bhurida, Jana, they are biggest charity of this world. Люди по-разному проявляют свою щедрость. И щедрыми людьми считаются те, которые дают что-то материальное. Но Махапрабху говорит, Боло Кришна, это самая высшая щедрость для людей. Нужно говорить о Кришне. Yeah, so when, you know, so you're telling Боло Кришна. You can understand nicely. Said Боло Кришна. When you're telling the Krishna, you know, Krishna and this Krishna name, that are not different, they're the same. So Bhagavata is telling Naam Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sutta Nitya Mukta. Then
Что там дальше Махарадж спрашивает? Авирнатат нам намина. So Srimad Bhagavat is telling, when telling Bola Krishna, when telling Krishna, Krishna is the, what is the Krishna? Nam is the Chintamani. Yeah? When telling Krishna, he is the Chintamani. What he wants, he fulfills all desire. Nam Chintamani Krishna, himself is the Krishna. Nam Krishna and the Krishna is not different. Chaitanya is the consciousness. Yeah? Rasa Vigraha. When telling Krishna, this is the full of Ras. Yeah, so Abhirnatvat Nam Namina, Nam and name, they are not different, it is same. So when you are telling Krishna, Bola Krishna, when you are telling Krishna, Krishna means Krishna is the direct the Krishna. Bola Krishna, нет, говорите о Кришне, и нет разницы между Кришном, Кришной самим, и описанием Кришны. Махарадж привел стих о том, что святое имя Кришны — это сам Кришна, это сама, сама раса, вся раса, заключенная в Кришне, она содержится в Его имени. Нет разницы между именем и Кришной. Yeah, explain. This is not the full of rasa. You know this slok? No, what, I remember translation of the slok. Okay. So, you know, once, once this is the once, you know, Narad, you know, once Narad he asked to Brahma, Hello Father, I heard this Krishna and Krishna name is not different. Can you explain how Krishna and Krishna name is not different? Can you explain to me? Однажды Нараду пришел к своему отцу, Господу Брахме, и спросил, Отец, я знаю, что имя Кришны и сам Кришна не отличны от друга. Объясните мне, чтобы я понял, что это действительно не отлично. Yeah, then Brahma telling, oh, I have only five mouth. How possible I can glory the Krishna's glory? Yeah, Krishna and Krishna is not different. I cannot glorify this holy name of Krishna. Кришна, glory name Krishna. И тогда Брахма сказал, у меня только четыре рта. Я не смогу объяснить такую высокую истину. Тебе нужно идти выше к Господу Шиве. So Brahma is telling all, only I am forehead. I, Krishna name is the unlimited glory. How can I explain? Well, who is the can explain? Well, oh, Shankar have five mouth, you know, five mouth Shankar. He always Panchamukha Ramanam Gana Tripurari. Always five mouth, always chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Always five mouth, always chanting this glories of holy name, you know. You know, he is the Vaishnava Nam Jathasambhu. You can go to there, ask to him. И тогда Брахма говорит, слава Кришне, она безмерна, а у меня только четыре рта. Вот иди к Шанкаре, у него пять уст. Вот он, возможно, смотрит, сможет объяснить тебе славу Кришне. А? Пардали. That Шанкара can explain you the glory because he has five mouths. And what are you doing? Always chanting this glory. И он всегда повторяет Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рамо, Харе Рамо, Рамо Рамо, Харе Харе. Yeah, so when they went to Shankar, then Shankar telling, oh, I cannot glories of holy name. You know, how Krishna, Krishna name is different. I cannot glories. Yeah, you know, only I am how mouth. But my Gurudev is the Anantadev. His Gurudev is the Anantadev is the unlimited, you know, mouth and his time of unlimited, still he glories the holy name, but still now he is not to finish. So he can go to Sesnath, Ses, and he can ask, he can telling how Krishna, Krishna name is the Nati Bharati. И тогда Шанкара говорит, о, у меня только пять уст, я не смогу тебе описать славу Кришну, она
безмерно, но мой Гурудев Ананташеш, у него бесконечное количество уст, и поэтому вот он тебе сможет описать, как имя Кришны не отлично от самого Кришны. Иди к моему Гурудеву к Ананташешу, и ты это поймешь. There went to Anantanag. Anantanag telling, oh, I am time of unlimited, I am glorious to holy name, but still I cannot finish. Cannot I understand glory of this holy name? So I cannot explain this how Krishna Krishna name is the same. So you can go to Dharmaraj. Uh-huh. Dharmaraj meaning Jam Maharaj. His name is Dharmaraj. He know proper what is the religion. So he is the Dharmaraj. Why? When somebody die when going Helen's planet, he nicely everything, you know, considered. What gave the punish to him. So very nicely he explained everything. How Krishna Krishna is the same, he can explain. И когда пришел Нарада к Ананташешу, чтобы услышать о Кришне, Ананташеш сказал, несмотря на то, что у меня бесконечное количество уст, я все-таки не способен описать тебе славу Кришны. Даже своими устами не смогу тебе объяснить разницу между... что нет разницы между именем Кришны и самим Кришна. Он мудро его ответил, ты иди к Дхармараджу. Дхармарадж, он понимает Дхарму. Ему открыто знание, он знает все знание. Он превосходно может увидеть, когда он указывает человека, кто-то пока попадает в Дхармараджу, он превосходно видит это, может учесть все. Он знает все о человеке, он прекрасно знает Дхарму. Вот он может тебе об этом рассказать. Иди к нему. Yeah. When they are go to Dharma Maharaj, hello, oh, Krishna, Krishna name is the same. If you understand, you know, there is a four gates. Mm-hmm. Jamlok, there are four gates. And one gate is the south gate, you know. Which side, all sinful activities person, they are always suffering there. They are eight for naraks there, you know. Hellens fall, they are suffering. Many ways suffering, who is eat meat, you know, he cut to him, and who is drinking in the alcohol, melted this iron, put this in mouth, who is telling nonsense word, cut this tongue, this eyes, who is looking bad movie, take out this eyes, who is give punished to this hand, they cut that hand, there gives so many, you know, there get punished to them. Тогда Нарада отправился на Дармалоку. Там дворец, обитель Дармараджа имеет 4 входа. И за каждым из них там восточное, западное, южное и северное. За каждым из них проводят различные виды наказания. Кто там грешил руками, там обрубают руки. Кто грешил глазами, им выкалывают глаза. Ну и так далее, все в подробностях. I tell you. So when they are go to there, when Narada he look how he can get punished to every jeev, then he is very very afraid. Then telling Nitai Gauru Premanande Hare, you know, then he's so much afraid. He telling Nitai Gauru Premanande Hare, when telling Hari Bol. This Hari and Hari name is not different. And when this Hari Naam, they are all sinful activities. You know, when listening to this holy name, then everybody become liberated of God Vaikuntha direct. God Vaikuntha. Then Dharmaraj asks, are you understand? Krishna and Krishna name is not different. So only when they are heard this Hari bol, you know, Krishna name is not different, it's same. And everybody become liberated by Vaikuntha. Yeah, now I understand how Krishna is not different. Нарада, когда пришел туда, на Дармалоку, он начал смотреть и ужасаться о том, как мучают этих грешников, о том, как всех поджаривают на сковородках, кому выворачивают, кому ломают, кому отрывают. В общем, картина еще та. И когда Нарада увидел это, он сразу вознес руки к небу и сказал, Нитай Гоура, Нитай Гоура Харибо, Гоура Харибо,
закричал Нарада, несколько раз «Гоура Харибо!». И вдруг все эти грешники, которые только что тут варили, жарили и все остальное, они моментально получают освобождение и отправляются на Вайкунху. Он еще не успел поговорить с Дармараджем, а Дармарадж ему говорит: «Ну теперь ты понимаешь, Нарада, что нет разницы между именем Кришны и самим Кришной, то есть между именем Гоура и самим Гоурой». Хорошо. So telling Bola Krishna. Bola Krishna. When somebody Bola Krishna, when somebody telling Krishna, you know, telling Krishna, Krishna his name is not different. Yeah. So telling when somebody telling Krishna, Prabhupada is telling with all kind of suffering. This minor suffering, he is completely free of the all kind of suffering. You know, when telling Krishna. So here telling, if telling Krishna, Jai Sri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When you're telling Krishna, then what happening? Then Prabhupada telling, this is the Chetu Darpan Marjanam, Bhava Maha Davagni Nirvapanam Srayaha Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Vadhu Jivanam Ananda Buddhi Vardhanam Pratipadam Sarvatma Param Sikrishna Sankirtana. If telling Bola Krishna, if telling this Krishna, then Mahaprabhu telling eight thing happening, you know. If telling Hare Bola Krishna, if telling Krishna eight benefit you can get, if telling this Krishna. Hari Bol? You can tell. Chetadarpana Marjanam. Объясните стих Chetadarpana Marjanam. Explain. Nice. Stand up. Nicely. То есть Прабхупада сказал Боло Кришна. Нет. You can tell. Explain what is this one. They are telling eight thing happening. Chetadarpana Marjanam, Bhava Maha. You know, there's the first I need to translate you, Maharaj, what you told. And then you. First I need to translate you. Okay, stand up. First she translate. Но это только одна минута. Итак, Шрила Прабхупада сказал о том, что то, что нам нужно делать. Нам нужно делать Боло Кришна. Нам нужно говорить о Кришне. И тогда это будет постепенно очищать наше сердце. Это вот это решает все наши проблемы, все наши разногласия. Боло Кришна. В первом шлоке. Again, it's meant to say, Gananjana Shlakachak Tamina Smashi Govinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Harasha Vasa Shri Gaurava Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шипат Махарадж попросил меня рассказать первую шлоку Шикшаштаке. То есть первая шлока, которую сейчас только что читали, Чатадарпана Марджана, Бхава Маха Давагни Вапана и так далее. В ней содержится вся суть Шикшаштаки, то есть вся Шикшаштака, то есть заключена в ней. И в ней прославляется святое имя. И точнее результаты, которые мы получаем при повторении святого имени. То есть первый результат это Чатадарпана Марджана, то есть очищается зеркало сердца. То есть наши мы то есть, очищаем себя от анарх и начинаем видеть свою как бы, духовную природу. Чатадарпана Марджанам. Бхава Махадавагни Нирвапанам, это если не ошибаюсь, святое имя тушит бушующий пожар, то есть рождение и смерть, то есть материальных желаний. Шахарана Чандрика. А и словно под лунным светом распускается белоснежный лотос удачи джив. Бидхаватху Дживана. То есть святое имя это сравнивается с супругой Господа и
Vidya Vatru Jivanam. Да, то есть оно дарует знания, божественные знания. На этом пути каждый шаг сопровождается океаном блаженства, то есть Ананда Будхи Вархана. Пратипадам Пурнамрита Асвадана. Пратипадам Пурнамрита Асвадана. А, ну то есть, это я, по-моему, я и сказал, то есть с каждым шагом это мы вкушаем полный океан блаженства. Сарватмасна. Это полностью очищает. Святое имя очищает тело как снутри, так и снаружи. То есть это для души. Очищает душу и тело. Чейто дарпана марджинам бава махатавами нирвапанам швея карева чандракая чейпида видявадху дживана праттам пурнам. Tell, tell the meaning, not tell. Okay. Чейто дарпана марджинам. Как сейчас правильно сказали, это очищение зеркала нашего сердца. Вся наша садхана, она предназначена не для того, чтобы очистить наше сердце. Все наши усилия для очищения нашего сердца. Чейта дарпана марджана. Наше сердце, оно подобно зеркалу. В нем отражается все вокруг. С кем мы общаемся, то и являет потом природу нашего сердца. Оно сравнивает его с зеркалом. Чейта дарпана марджана. Бава махадавагни нирвапана. Когда зеркало очищено, то есть цель садхана — это очищение своего сердца. Когда сердце стало чистым в результате садханы, тогда бава маха давагня нирвапана, тогда появляются трансцендентные эмоции, тогда давагня нирвапана, тогда человек достигает уровня бхавы, тогда он, это первый росток, начало этой любви к Господу. Это происходит в результате очищения своего сердца, в результате садханы, которую нам предписывает Шрупа Госвами. Давагня нирвапанам швея кайрава чандрика витаранам. Тогда, когда человек достигает этого уровня, уровня бхавы, перед ним тогда ему открывается божественное знание, то есть истинное знание. До этого у него все это было в теории, а теперь он начинает это видеть. Теперь он начинает видеть себя, он начинает видеть Господа понемногу, понемногу. И в этом стихе красиво описывается аналогия о том, как вдруг появляется свет луны, который дарит видение, открывается, распускается лотос удачи, сравнивая с тем, что вот теперь вот сознание распускается, открывается, распускается лотос удачи, это джива. Вот тогда только и будет наша удача, истинная удача. Когда нам будет открываться это знание, тогда... Шаякарю Чандрика Видьяватху. И вот тогда Видьяватху Дживанам, тогда будет все явственнее перед нами находиться это правда. Видьяватху, тогда божественное Сарасвати, божественное знание открывается нам. И когда это знание открывается, вот тогда человек начинает пить нектар. То есть он уже испытывает вкус святому имени, он уже видит, что имя отличное от Кришны. Он испытывает вкус к баджане. Каждый шаг в этом баджане тогда приносит ему упоение. Каждый шаг, каждый его миг в баджане. Это сама его жизнь, он испытывает счастье. И он плавает в этом океане Кришна расы. Шри Кришна Чайтанья. Шри Кришна Санкиртана Джива. Видавада Ананда Дивардана. Я told this. Видавада Дживанам Ананда Пратипадам Пурнамрита Асвадана. By words I told. By, okay. Param Vijayate Krishna Sankirtana, все благодаря воспеванию святого имени. So Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Рама, Рама, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. So today we're listening follow Krishna, tomorrow we're listening Bhaja Krishna. If we're doing Lord Bhajan to Krishna, then what happened, Prabhupada? Explain. Сегодня мы слушали объяснение Прабхупады, как Прабхупада объясняет указание нам, Махапрабху, Боло Кришна, говорите о Кришне. Завтра мы будем слушать о том, как Прабхупада объясняет нам то, что говорит Велит Махапрабху, Баджа Кришна. Завтра мы услышим об этом подробно. Хорошо. Итай Гаур Брахман. Харати сейчас, да, будет? Okay, everything take incest, little bit. Well, evening time, if possible, our albais, they are put dhoti and kurta, nice tilak, good coming. Кришна туда и тупа. Махарадж просит, чтобы сегодня вечером мужчины не выглядели по вайшнавски. И по возможности, если у кого есть такая возможность. Для Кришны. А все матери Аль-сари. По возможности, чтобы были в сари. Гопи-дрес. Или в гопи-дресе. Хорошо? Хорошо. And possible, any house, somebody, some little baby. И если есть какой-то маленький... We have also drama with Krishna. Today, drama... И Булевка приходит, that a small girl will play, she will be Krishna. Also Krishna. Если есть у кого маленький ребенок, из него сделаем Кришну. Когда будет день рождения Кришны, а? Где? Вот она. У нее есть костюм, да? Да. This girl is okay, Махарадж. Тебе говорят, Кришна, тебе как nice decorated Кришна. Ее хорошо украсить надо, как Кришна. Tell this mother. Hari Bol, where this mother? I don't know. There, near. Ой, далеко иди. Вы сегодня рады украсить их как Кришну для праздника? Украшение по объему для нас. Не, мы сделаем. Нет, у нас есть просто мне маленького ничего нет. Мы очень придумали. Да, достаточно корону и желтым оботачиваем. А вот Думаха, помнишь, она в прошлый раз в Кароне была, с Гирирадж Гурдом? Махарадж в прошлый раз, помнили, Гирирадж, а мы какой-то махотцев праздновали, и Махарадж сказал, нарядитесь с тем. А у нас с Гирираджем Махараджем мы репетировали, планировали показать спектакль, у нас остались короны, такие обычные, пластмассовые. И мама Диди нарядилась, она одела все, что у нее было, эту корону. Ну, Махарадж сказал же. The last time Anupama did it, like you said, everyone has to be decorated, and she became like Krishna. Like, all decoration of Krishna. From Гавайдираджа Гвардан. Я думаю, мы кто-нибудь стоит здесь. Что это было?